Ваш вариант. Вы заходите за партнера, делаете ДНК, и вот продолжая находиться здесь, высвобождаете его. Обязательно освободите. Крепко так. Освободите. После этого рука перемещается, я просто вам другой вариант показываю. Рука перемещается не так, где запястье, а где локтевой изгиб. Уходите назад, отпускаете своего партнера, а потом... Давайте, вам это.